Лучший трек Дани Кашина 2015-2024. Ну давайте, давайте 64, но «Царь горы». Давайте. Чтобы, ну, не прям жестко, да, как бы долго сидеть. То, мне кажется, мы классически будем очень долго. Давайте «Царь горы», что-то побыстрее немножко будет. «Царево дворца», «Крути» или «Флав». Ну я бы «Крути», наверное, выбрал. Нет, ну «Крути». «Крути» для меня. «Сплаттерхаус». Ну, честно, мне не особо. Оно хороший трек, но не. «Крути». Да, ребят, этот тест сделал, ребят, многоуважаемый собранный пенал, ребята. Вот, если что, да, ребят. Ну, просто, да, вот. Поэтому, ребят, да, блядь. Проходите. Мемы 2. Мемы 2 мне самые нелюбимые. Ого, вот это хорошее. Не, наверное, «Крути». Мемы 2 мне не особо нравятся. Вот, вот эти, если бы третьи были, тогда да, наверное. Мемы, наверное, я бы выбрал. «Нервис». Бля, ну тут... Ну, я, наверное, больше бы слушал, наверное, «Крути», на самом деле. Хоть и «Нервис» пиздатый, но лично я бы, наверное, «Крути» побольше. Мне тут мелодия нравится очень сильно. Как будто бы они обе так наравне, но для меня просто мне мелодия именно «Крути» побольше нравится. Поэтому, ребята, «Крути» выберу. Доширак. О-о-о, вот это имба, блядь. А такие, как мы, не пишут в газетах, нет новостей и нет документов. Купы послали за нами агентов. Снова вопросы, куда же их дел-то? Много подавили себе зависти, не смотрят. Снова облавы, но копы уходят. Снова позвонили и товара они просят. Новые гангстеры, наркобароны. Запомни этот ведь, мы опасны, сука. Наш товар переходит из руки в руку. Это секта, ты запомнишь, и немного больше я посмотрю, как ты сходишь и подсядешь на говяжий дошик. Меня ломает, мне нужно больше. Не, ну «Крути» все равно, хоть и пиздатая ностальжи, но, блядь, ну тут уже «Крути», как будто нахуй идет. Я смотрю аниме, я очень крутой. Мама, смотри, я как Наруто. Я смотрю. Тут, наверное, аниме, я смотрю аниме, я конечно. Я смотрю аниме. Блять. Будто это супер тизер. Не достоин жизни. Мне джихад, я смелое сыкло, не образованный, я психопат. Бля, на самом деле, как будто недостоин жизни, мне побольше нравится. Как будто недостоин жизни для меня. Блять, замри. Тут охуевшая мелодия. Ой, блядь, у меня ностальжи, как я поступал в колледж, я под эту песню, ребят, шел на 1 сентября. Уже тогда я думал, о, альбом вышел, я его еще не слушал. И слушал этот альбом, и вот эта песня мне больше всего понравилась. Это мы «Замри». Мед, ну мед, ну, блядь, ну так, как прикол классно, но как песня не особо. Я тут классно, но «Замри» пизжи. Готов делать деньги самым грязным способом. Мне ебал игру, ведь я не знаю ее. Бля, ну классная песня, блядь, но «Замри». «Я в 3D» тоже хорошая песня, довольно-таки, ну, относительно. Что «Я в 3D». Но, блядь, «Замри». Ну, «Я в 3D» для меня, ну, вот «Дикость» мне вообще не нравится, на самом деле. Не знаю, что мне, когда она вышла, мне не нравилось, что спустя время мне она не нравится, не знаю, блядь. Вот «Замри», вот мне нравится. «Замри» классная, блядь. Вот все в порядке, я не знаю. Ну, оно классное, но как будто бы не такое классное. Что ты нам расскажешь, парень, «Замри». Не знаю, «Замри» пизжи. Он какой-то более разнообразный, более такой для меня разъебный. Вот. Почему? Ну, блядь, ну именно как... Блять, прикол, вот это, конечно, но как трек для меня «Замри». Я да улыбаю. Зачем, ну а зачем этот хер танцует тут? Если ты не понял смысл клипа, ставь комменты плюс. Что за автосервис, где три тёлки скачут, скачут.
замри. Блять, ну это же вообще, блять. Они думают, что после Ляма Даня станет сразу рокстар. Я вообще забыл об этом. Говорить, как благодарен всем вам. Так ведь делать все, должен говорить, как я. О, Брайан Мапс снялся, ну замри. Ебай, вот это я, кстати, не помню вообще. Я трахал ваш мир. Мой мир не жив. Я трахал ваш мир. Откуда вылез классно? Ну, блять, замри, пижу. Я все сделал не нарочно, мэн. Замри. Ну, блядь, тоже как прикол классно, блядь. Ну, как песня, я бы не слушал. Я считаю, деньги на столе, ведь дети ходят на концерт. Ты ведь понимаешь, что здесь критик, но кто понял, не пала разбита. Я дома в слезах, меня опустили, ты Кай, Руслан. Ха-ха, чё вы улыбитесь, блядь? Замри, ребят. Блядь, ну под луной классно, сука. Это как будто две песни под разное настроение. Но замри, как будто. Для меня вот, может, мне сейчас ближе замри, ребята. Татары, о, вот это я помню. Ой-ой-ой, мой, блядь, 2017 год, нахуй, как я ее слушал. Вспомни, с кем ты живешься на своем районе. Твой сын настолько мерзкий, ты забудь о своем рое. С нами быть ты недостоин. Будь теперь изгоем. Я по нации скажу, куда идти теперь. Ты должен посмотреть на моих псов. В них кипит кровь татаров. Сколько ты скажешь слов, столько нанесем ударов. Нас победить тебе никак. Успокой своих собак. Слышишь, ствол — это знак. Давай бабки на чак-чак. Эсямисес, мы пришли с миром, братья. Если ты из Татарстана, знай, мы никому не платим. На баяне, чтобы все татарки знали, в чем теперь мое призвание. Я бальзамом забиваюсь. Эй, сука, где мой костыбэй? Эй, шкуры? Нет, ну замри. Мемы. Мемы класс. Замри более класс. Мемы, мемы. Это просто смысл, как ностальжи как будто. Ну именно по качеству, как музыка, блядь. Смысл жизни, мемы. Вот третьи охуенные самые, мое мнение. Да, самые охуенные мемы — это третьи, как мой по мне. Смысл жизни, мемы, мемы. Смысл, мемы, мемы. Смысл, мемы, мемы. Смысл жизни, мемы, мемы. Не надо мне тёлку, меня есть мемы. Не надо работать, моя работа мемы. Машина. Третий ебейший, да. Ну вот второе место для меня по мемам, да. Вот первое место третье, второе просто мемы. И самое последнее — это мемы два. Вот, ну замри. Не объяснимо на факт. Ой. Послушай, лох, ты мне нет, дружков, ведь ты слишком сер. Замри. Бля, это вообще. Даня, Каша, я. Внутри там носит черный и не светится фонарик. Лицемерие писешь, исходит всю на камеру. Папочка му. Да, я помню, мне вообще не понравилось, но замри. Заплатить, блять, ну заплатить хороший, сука, тут трудно. Бля, ну давайте заплатить, да, давайте заплатить, потому что мы замри уже слишком долго тащим. Давайте заплатить выберем. Лицемер, ну блять, он хороший, я его, кстати, не сразу выкупил. Мне не сразу он понравился. Вот, потом я чуть-чуть его, да, там, спустя пару годиков переслушал, мне уже более-менее зашел, но все равно как-то, блять... Заплатить попизже будет. Ой, блядь. Амиля, вот и ко-ко. Амиля, вот и ко-ко. I got it for you, ло-ло. Заплатить. Ой, я вот это помню, блядь, это же вообще пиздец. Люби свою сестру, даже когда бывает плохо. Ведь она готова всегда, пользуйся, пока она не сдохла. Осуждаю, заплатить. Блин, ну Ким 5 плюсом нормальный трек, но, блядь, заплатить, сука. Как мы с Кимми помешаем. Ну что-то какие-то, да, вот попадаются, блядь, не прям жесткие, да, как бы эти оппоненты, так сказать, блядь. Это стартер-пак. Звоните Ким 5 с плюсом. Звоните Ким 5 с плюсом.
заплатить. 36,6. Блядь, не зашел вообще. Известность 36,6 арестов. Псевдокумир, я псевдорэпер. Светит... Но мне не особо зашел 36,6 заплатить. Блядь, а Тукей, наверное. Не знаю, многим почему-то не нравится тут дроп, типа говорят, вон там демка. Че это за хуйня? Говорят, там демка, которую там Братишкин, да, по-моему, показывал и так далее. Типа, она намного типа пизже почему-то, блядь. Хотя тут дроп охуевший, блядь, не понимаю, почему. Я считаю так. Пиздец же, блядь. Окей, окей. Они себя, мне не особо нравится. Я слышал, что он сейчас, по-моему, в ТикТоке так начинает набирать. Но мне не особо. Они следят же, по-моему, да? Я вижу, камера, не воспитан, будет видно, кого... Нет, окей. Блять. Ну, это хорошая песня, блять, но... Окей, пизжа. Охуенная песня, но такие попизже будет. Блядь. Ну как это тупо звучит, да, пиздец? Тун-тун-тун-тун. Как это, да, вот туповато звучит, пиздец. Тун-тун-тун-тун. Нет, окей. Где твой идол, ребят? Я, наверное, выберу. Гнида, где твой идол? Видно, сгинул. Всем не нужен, видно, будто Линус в теме игр. Пошел нахуй, гнида, где твой идол? Видно, сгинул. Да, клип тут охуенный тоже, да. Не нужно представление, бля, мне не знаю. Не, оно не грузит. Так, ну пойдет, но где твой идол пизже раз в миллион. Блядь, сука, вот это трудно, блядь. Блядь. Бля, вот знаете, в чем, блядь, тут вот, сука, блядь, в чем у меня дилемма? Мне пиздец, как нравятся куплеты в «Где твой идол», да? Ну, припев просто норм, да? А мне вот в «Прахе» мне не особо нравятся куплеты, блядь. А припев разъебище, просто пиздец. Бля. Ну ладно, давайте «Прах», похуй. Ну, что-то хорошая песня, но «Прах». Скажу сыну, эй, сын, я не вместился в могилу, сын. Ну чё ты, я притворился мёртвым. Это хорошая песня, «Прах». Не базарь, или не базарь форсится сейчас в ТикТоке, я не помню. Но ты продолжал. Какая-то вот из этих песен, блядь. Тебя посадят, если... Ну, блядь, «Прах», не знаю, мне не особо нравится она. О, а мне нравилось, помню, этот дис. Я не знаю почему. Я слышал, что он жестко кринжует с него, но, блядь, мне почему-то очень сильно нравилось. Ну, «Прах». Дис нашли ему, да. Ой, вот это я помню, это первое, что я вообще обсуждал, наверное, в школе. Только перевелся в школу, это первое, что я обсуждал с одноклассниками. Просто жух, жух, как это ново. Жух, жух, как это клево. Жух, жух, проще простого. Жух, 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 жух. Любое время года быть свободным, модно. За мой идеальный вид, спасибо. Вид, вид. Не втирать, не мазать, и все сразу. И открыты все дороги, гладки мои немного. Жух, жух. «Прах». Ну и надеюсь, челлендж. А мне не понравилось, я видел блоги, как тесак на зоне. Пиздел на колено, пиздец, ты гомик. Осуждаю! Не, ну точно «Прах». Тут точно «Прах». По небе, блядь. Чё ты пираешь, что все бандиты из мусора? Я хожу по необъятной, и тут ты заметно. И тут ты
блядь. Ну я по необъятной выберу, ребят. По необъятной я выберу, ребят. Пощады, блядь, тоже охуенный трек. Надо мне пощады. Блять, пощады выберу, ребят, тут. Двуликость мне не понравилась, я помню. Мне не очень, что она зашла. Он посланник дьявола и просится наружу. Не, пощады. Мазело. Ну это классно, как прикол, но мне как песня не особо оно зашло. Вот пощады класс. Пощады класс. Бой как нож, свой хуй мне в рот положь. Ведь лучше ты... Ну как прикол, классно, но, блядь, пощады, бежим. Дедлайн, ой, блядь, очень не помню. Я не просыпаюсь по ночам, особенно от крика. Одну и ту же новую слышу, будто бы новинка. Не запоминая лица ровно так же, как и имена. Забудь свою долю, ведь она давно поделена. Эй, это грязные танцы, опущен. Пощады. Сюрприз. Но мне, кстати, эта пародия не понравилась, я помню. Больше не молчу, мама is back. Хочешь диалог, принеси мне чек. Я такая непостоянная, характером не вышла. Ведь меняю показания, как свидетель на бутылке. То под коксом, то на зоже, то скромняга, то я лопус, то от зло. Пощады. Неси любовь, бля, ну неси любовь классно, но... Но пощады. Пощады. Пощады я выберу. Дай 2000 рублей. 2000 рублей. Нет, пощады. Гена Букин. Не буду включать. Но мне не особо, на самом деле. Ну, типа, хороший куплет, но так. Тоже как контент больше воспринимаю, не как трек. Пощады. Миргарь, блядь, Миргарь классно, но пощады пизжи, как будто бы. Блин, мне бас тут пиздец нравится вот в начале, который хуярит. Пощады. Я убрал осу. А, да? Но все равно я бы все равно не выбрал. Желтый отец. Желтый отец класс, но, блядь, не знаю, пощады. Хороший, охуенный трек. Но я больше слушал пощады, поэтому пощады. Мемы 3, во, ну сука, пощады пизжи тут, блядь, вот именно вот тут вот пощады пизжи для меня. Скучную хуйню можно было придумать? Мне 22, не поменялась жизнь, как будто день сурка. Все будет завтра, как вчера, вчера писали мемы 2. Я кидаю сукам стиль, они так прутся с этим, нахуй все ваши игры престолов, фана. Блин, ребят, вы когда помиритесь уже, ё-моё, блин, ребят, мы уже все переживаем тут, вы когда помиритесь, блядь, пощады. Блять, ну сука, ну, блять, тоже классная песня, блять. Хуй его знает. Блин, наверное, пощады. Бля, или, блять, Again. Сука, трудно, блять. Скоро его мой возраст не будет соответствовать ни одной части мимо. У меня скоро только будет первой части соответствовать. Ура, ребят. Надо будет включить это, ребят. Надо будет включить это вот в начале стрима, нахуй, мемы первые. У меня как раз уже в день рождения он будет. Стримчик, блядь. Вот как раз скоро, блядь. Бля, это же... Это в следующие выходные же, да, получается? Ёбаный рот. Ну, она Again. С небольшим перевесом для меня. Мертвый Крым мне не понравилось. Мне вообще... Миноход вроде классный альбом, но мне как будто там вообще прям, ну, парочка треков зашло. Вот, блядь, синоним намного пизжи для меня. Мне там, блядь, чуть ли не все, блядь, зашли мне. Ну, хорошо, но Again. Б бесит. Ой, как мне нравился тут дроп, пиздец. Бесит. Мне нравится, как он тут на дропе what говорит, пиздец нравится, как оно под автотюнчиком всяким этим. Бесит.
Для меня, вот реально, без хуйни, бесит, наверное, лучшая пародия, которая у него была. Для меня чисто. Дабстепчик, блять, вся хуйня. Пиздата. Но again. Зая мне вообще, ну типа оно нормально, но, блядь. Ебашь мне пиво в виски, нахуй! Нет такого, чтобы я прям ебать разъебывался, короче, ну, again. Не на ход. Ну, то же самое, ну, получше, как по мне, чем Зая, да, но все равно. Again, наверное. Блядь, ну стоп-кран тоже класс, но, блядь, как будто again. Again. Еще, кстати, на ненаходе, блядь, вот слышно, да, вот как Даня, он как будто вот, вот прям вот, ну, ну, что он прям, ну, видно, как он рос именно в плане, там, подачи, допустим, как ему читать, да, там, типа, так далее, он прям сейчас, ну, в миллион раз как будто пизжи читает, вот, блядь, хотя вроде тогда, да, слушал такой, блядь, ну, заебись. Типа, а сейчас вот слушаешь по сравнению там с треками, которые у него там, да, сейчас там что-то там светится. К сожалению, только светится, блядь. Ничего не выходит толком, да. Но это, ну, слышно, как он пиздец сапнулся в плане исполнения вот песен. Блядь, подонки хорошие, но, блядь, again. Буду, вот, блядь, буду классный, сука. Раньше голос хуйня был, да? Да, бля, еще же, наверное, уже многие не шарят, да? Типа, наверное, уже новенькие-то не особо шарят, наверное, про голос хуйня историю, блядь. Ну, блядь, наверное, гейн тут все равно. Низкий, вот низкий охуевший, блядь, я низкий выберу. Я низкий выберу, наверное. Наверное, низкий, блядь. Пинг-понг, блядь, на самом деле мне не особо нравится эта песня. Ой, не New Fuck. Ну, сейчас просто песня. Ну, ладно, не, похуй, сейчас расскажу. Да, короче, просто, когда я был, ну, типа, на концерте, да, у Мазелова, ну, мы с Даней там, ну, встретились, что-то там, привет, привет, типа, короче, это... Я вот брал же интервью у него для канала Квизы. Брал интервью у него. Для влога его. И, ну, вот закончили снимать, да, вся хуйня. И я просто стою, я, блядь, пьяный, блядь, чуть ли не в усмерть стою. И такой, чё, ну, к Визе говорю, чё, лучше Дудя, да? Мне кажется, мне надо быть интервьюером. И меня Даня, короче, берет, так мне говорить начинает, как будто он, знаете, прям, ну, прям, как, знаете, как в фильмах какая-то сцена, короче, ну, как я помню, просто, знаете, там, нет, тебе нужно делать музыку. Тебе нужно делать музыку, короче, там. И он мне похвалил за голос, говорит, типа, что голос у меня пиздатый, типа, в этом плане, да, типа, чтобы, типа, исполнять и так далее. Типа, говорит, тебе надо ебашить, и тогда у тебя все охуенно получится. Ну, вот так вот как-то, да, сказал приятных вещей всяких. Я, короче, ну, реально, я пьяный был. Мне как Квиза говорит, я вроде сказал спасибо, но по моей памяти я как будто не сказал ему спасибо. Он такой говорит, у тебя вообще, у тебя голос пиздатый, там, вся хуйня. А я говорю... Да, кстати, я помню, как это, у тебя, короче, это, короче, ну, голос не очень раньше был. Вот я эту хуйню высрал. Ну, блядь, ну... Ну, типа, грубо говоря, просто он такой говорит, ты вообще охуенный пиздат. Я говорю, да, кстати, у тебя голос хуйня, ты знаешь? Блядь, ну, я, ну, мне как Квиза говорит, я сказал спасибо, блядь, вот. Как он мне сказал, он говорит, что я сказал ему спасибо, типа, там, ну, так далее, поблагодарил, так далее. Я, типа, сказал не так прям, что, знаете, типа, а я помню, как ты вообще хуёвый был, короче, говно ты там, ты вообще хуйню делал. А, типа, просто сказал, что у тебя, ну, типа, раньше чуть похуже, типа, ты там, это, у тебя голос был, типа, сейчас у тебя намного пизже, типа. Ну, как-то более мягко сказал, блядь. Тебя просто пытался успокоить, чтобы ты якобы, что ты якобы говорил спасибо. Возможно, я хуй знает. Может быть, блядь. Мне до сих пор неловко. Ну, блядь, ну, вроде как, ну... Я не знаю, может, блядь, конечно, меня Даня тайно ненавидит, но вроде такого не видел, не замечал, блядь, Дре именно в момент. Ой, блядь, короче, низкий. А ну-ка.
Так, 19 место, 5, ну, могу понять. А ну-ка, первое место 2K. Ну, тоже можно понять, да. Прах тоже могу понять. Ну, в принципе, ладно. Я бы охуел, если бы там вот какая-нибудь... Где вот этот трек, блин? Вот этот вот. Какие-то он там на первом месте. Просто на первом месте хуярит. Я трахал ваш мир. Мой мир не жив. Вот это был бы кайф.